Привет, лучший город Земли! Это программа «Добрый день, Тюмень» на телеканале «Тюменское время». Сегодня в студии Татьяна Максимова и я, Константин Фирсов. И прямо сейчас мы поговорим вот о чем. Отдохнуть и не разориться. Ищем направление для бюджетного летнего отдыха. Это надо знать. Какие нововведения ждут туристов в этом году? Нажитое непосильным трудом. Как не стать жертвой квартирных воров? Ну что, елочку убрали? Убрали. Теперь чем будем заниматься? Ну, Тань, чем? Мужу подарок на 23 февраля искать. А вот и нет, Костя, все гораздо серьезнее. Теперь нужно подумать, куда поехать летом в отпуск. Ну, точно, вопрос-то важный, тем более, что вариантов масса. Можно остаться, например, в Тюмени. Ты, кстати, знаешь, что наша область вошла в золотую туристическую двадцатку. Да, еще пару лет назад в наш край редко заглядывали путешественники, а в прошлом году гостей к нам словно магнитом потянуло. В национальном туристическом рейтинге с 36-го Тюмень поднялась аж на 19-е место. И это неудивительно. В области развивается гостиничный бизнес. Открываются новые маршруты. Кстати, самый популярный из них – императорский. Гостям региона предлагают совершить экскурсию в прошлое и увидеть, как развивалась Сибирь и Урал во времена правления династии Романовых. Впрочем, путешественников привлекают не только поездки, но и региональные мероприятия. К примеру, фестиваль уличных театров в прошлом году собрал 25 тысяч зрителей, среди которых были гости из других городов России и даже других стран. К тому же Тюмень вошла в пятерку российских городов с самыми приемлемыми для туристов ценами. В общем, если решите в свой отпуск пригласить гостей, им будет что показать. А вот куда отправиться тем, кто хочет сам мир посмотреть, расскажем в ближайшие полчаса. Буквально через секунду к нам в гости придет человек, которому о туризме знать положено по штату. Возникнут вопросы, звоните. Телефон прямого эфира вы видите на экранах. И не забывайте принять участие в нашем опросе в группе «Тюменское время» ВКонтакте. Вопрос такой: где вы чаще всего проводите свой отпуск? На российских курортах, за рубежом, дома или на даче? Отвечайте и комментируйте свой выбор. А мы отправляемся встречать председателя региональной ассоциации тюменских туристических организаций Наталью Викторовну Чагину. Наталья Викторовна, добро пожаловать. Здравствуйте, Наталья Здравствуйте. Викторовна, присаживайтесь. Спасибо. На диванчике мы сразу же начинаем наш важный разговор. Представим среднестатистическую российскую семью, допустим, из 4 человек. Мама, папа и 2 детей разного возраста. За границу ехать нет возможности, либо нет желания. Поэтому решили отдохнуть летом 2-3 недели на российских курортах. Давайте представим, что... Какие варианты отдыха существуют для такой семьи? Ну, мы, естественно, рассматриваем море, да? Ну, вот я и хотела с вами поговорить. То есть, в первую очередь, В первую очередь, конечно же, курорты Краснодарского края, курорты Крыма, они привлекательны для наших тюменских туристов, потому что у нас не хватает солнца, у нас не хватает теплых дней, естественно. Летом люди, особенно с детьми, преимущественно едут отдыхать именно на юг, к морю. У нас Черное море, Азовское море, Каспийское море сейчас у нас практически не у нас. Вот. И, естественно, наверное, если мы говорим о наших российских курортах, и об отдыхе с детьми, прежде всего, я бы, конечно, порекомендовала Анапу. Естественно, соответственно, сразу вопрос. А возраст ваших детей? Это маленькие 2-летние дети? Да, вот я и хотела уточнить. А, во-первых, Анапа – это Черное море, да? Да, это Черное море. То есть, все-таки, вы думаете, Черное море предпочтительнее, чем Азовское с детьми? Ну, конечно, несмотря на то, что все-таки Азовское, может быть, где-то и мельче, и теплее. Да. Во-первых, Азовское все-таки больше называют даже не морем, а озером. Будем так смотреть правде в глаза. Во-вторых, оно может и цвести. Анапа тоже немножко подцветает. Но все-таки Черное море, оно больше соответствует тем требованиям, которые привыкли выдвигать наши туристы именно курортному. Хорошо, то есть вы советуете, что лучше все-таки Черное море? Да, конечно. Ну, если, допустим, мы говорим о России. О России, да, конечно. Ну, допустим, дети маленькие. Тогда
Анапа. Тогда Анапа, да. А если дети уже хорошо плавают, скажем, подростки, им интересно нырять или, может быть, попробовать себя в каких-то водных видах спорта, существуют такие? Ну, тогда, наверное, это все-таки лучше Сочи. Как вариант, это возможен Крым. Если мы говорим про Крым, конечно же, я бы в первую очередь рекомендовала Ялту, потому что Ялта – это все-таки более такой уже развитый курорт. Вот, наверное, где-то так. А развито вы имеете в виду инфраструктура, удобства или в плане развлечений, или в плане чего? Ну, естественно, инфраструктура, удобства, это больше он приближен где-то к таким, к тем требованиям, которые предъявляются к курорту на курортные требования на уровне наших туристов. Потому что наши туристы, привыкшие отдыхать все-таки за границей, на протяжении длительного периода времени, они достаточно требовательны. А вот в этой связи, Наталья Викторовна, посоветуйте, а вот где в России найти местечко с хорошим европейским обслуживанием, чтобы было приятно и отдыхать, и возвратиться, и потом рассказать, и фотографии показать? Ну, если говорить уж прям о таком европейском отдыхе, да, и сервисе, ну, я бы не рискнула все-таки что-либо рекомендовать. Потому что если посмотреть правде в глаза, наш сервис настолько еще далек и от европейского, вообще, в принципе, от заграничного. Если мы имеем в виду те популярные направления, которые имеют место быть на сегодняшний день. Но, скажем так, на сегодняшний день, опять же, спасибо Олимпиаде, Сочи достаточно хорошо приблизилась к таким вот требованиям, да, стандартам. Ну, и если мы берем Крым, то Ялта. Понятно. А если к морю не привязаны, то есть хочется отдохнуть, красиво погулять, подышать свежим воздухом, но море не принципиально, тогда какие варианты отдыха существуют в России? Ну, этот отдых тогда мы не будем называть курортным, я правильно вас понимаю? Это больше культурно-познавательный. Культурно-познавательный. Может быть, а как назвать отдых, когда ты гуляешь много? Ну, ты гуляешь у моря или где? Нет, у озера. Не у моря. Ну, вы можете поехать на Алтай. Прекрасный воздух, прекрасные условия, может быть, для отдыха, я не скажу, что они прекрасные. Ну, там другой отдых. Но, тем не менее, да, там другой отдых, там можно, там есть где погулять. Там прекрасный алтайский воздух горный. Можно поехать в какие-то города, ну, даже вплоть до того, что это может быть и очень... Даже Казань, да, далеко известный. Это может быть Москва. Хорошо. Это может быть Питер. А что это по ценам? Может... Вот все-таки, если мы про курорты говорим, вот так, подешевле Азов или Черное море? Сочи, ну, Азовское или... будет все-таки несколько подешевле. Если мы говорим о Черном море, то все-таки подешевле будет это Большой Сочи, не сам Сочи, а Большой Сочи. Это то, что находится за пределами Туапсе, Лазаревска и так далее. В той стороне. Да, но опять же, я всегда говорила, говорю и буду говорить, что если сравнивать уровень цен нашего российского отдыха при том сервисе, при том наборе услуг, он в любом случае будет проигрывать по ценовой политике отдыху в Турции. Как жаль. Как жаль. Ну, это, к сожалению, да. У нас в студии звоночек, нам звонят наши телезрители. Давайте примем звонок от телезрителей. Алло? Алло, мы хотели бы вас услышать. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Наталья, и у меня вот такой вопрос. Почему, если отпуск, то сразу море? То есть вот мы, например, с семьей любим ездить на Алтай или на Байкал. Вот там уже были, куда можно еще ездить по интересным направлениям, вот чтобы были горы и природа красивая. Итак, спасибо, куда же поехать, Наталья, если не на море? Спасибо, Наталья. Вот как раз к этому вопросу я хотела сказать, что готовилась к выпуску и прочла материал, называется, по-моему, «30 уникальных мест в России». И когда я читала этот материал, я скажу, я даже больше половины не знаю этих мест, и так красиво написано, что мне захотелось побывать во всех местах. Что вы нам посоветуете? Мест тоже красивых очень много. Да. Вопрос, сколько готовы за это платить. Потому что в качестве вот такого, в том числе и горного отдыха, Урал, это вообще рядом с нами. Ну, Урал это в основном, наверное, горные лыжи или почему летом? Горные лыжи, там, где там есть где отдохнуть. Ага. Район Тургаяк. Тургаяк. Конечно. Вообще сердце поет просто. Конечно. А Байкал. Ну, Байкал это уже Байкал все равно, называли, да, уже называли, это район Алтая. То есть массово вот различных вариантов. Можно расскажу про Байкал. Буквально я только что вернулась из отдыха, я была во Вьетнаме и познакомилась с экскурсоводом, девушкой, которая работает, живет в Иркутске и работает на Байкал, водит экскурсии. И она с трудом подбирала слова, описывая Байкал на русском языке. А мы смеялись, почему так? Почему? Она говорит, я вожу в основном иностранцев, и я о достопримечательностях Байкала говорю на английском языке. Представляете?
То есть, видимо, больше иностранных туристов туда приезжают? Нет, я бы так не сказала. Помимо иностранных туристов на Байкал, на Алтай очень много едет наших российских туристов. И тюменцы, кстати, очень любят Байкал, да. Причем ездят туда даже не как организованные туристы, а на машинах. А что скажете насчет Карелии? Вот как раз они и пишут. Карелия тоже хороша. Карелия – это природа. Это причем уникальные там и вода, и озера. То есть там есть, естественно, что посмотреть. Главное, прежде чем, нужно определиться все-таки, что хотите от отдыха получить. Потому что, наверное, в Карелии не будет как раз хороших санаториев, да? Или ну, будут? Почему? Там есть неплохие санатории. Но Карелия – это все-таки немножко другой отдых. Если мы говорим о санаториях, это у нас может быть и Петрозаводск, и Кислозаводск, и Железноводск. Ну, то есть масса различных вариантов. То есть, да? Конечно, можно отдохнуть, можно подлечиться. Если вы, например, поедете в Казань, там, в Москву, в Нижний Новгород или там на Валаам, это уже совершенно другие туристические продукты. И от них получается уже совершенно различный эффект. Конечно. Поэтому прежде чем что-то покупать, приобретать, это нужно понять, что мы хотим получить от этого отдыха. Все очень просто, действительно. И, соответственно, в соответствии с этим выбирать направление. Да, действительно, главное с целью определиться. И, кстати сказать, ну, если уж наотдыхались у нас на родине, да, то можно ведь посмотреть и за бугор, да, ведь, дорогие друзья? Кстати, что касается заграничного отдыха, самое время взглянуть в наш экран, друзья, потому что наши корреспонденты изучили цены и предложения, и сейчас нам кое-что интересное расскажут. С супругой мы давно хотели посетить Европу. И меня лично привлекает Прага с точки зрения там города. Ну, это красивый город, это очень древний город. И, ну, и от друзей многих, да, слышали, что особенно зимой, когда туда попадаешь, это как сказка. И попасть в эту сказку Никита с женой планировали еще осенью. Давняя мечта. Не спеша прогуливаться по романтичным улицам, любоваться величественными соборами, наслаждаться местной кухней. Все это сбудется уже завтра. Сегодня последнее уточнение перед полетом. Мы хотим, получается, пару дней побыть в Праге и уже добраться там, до Дрездена, до Мюнхена и до Берлина. То есть вот такие варианты есть. Можно автобусом, можно ЖД добраться. Вторая половина января – идеальное время для путешествий, уверяют тревел-эксперты. Сейчас цены минимум на треть ниже, чем в новогодние каникулы. Например, поездка в Чехию героям нашего сюжета в эти дни обошлась на 30% дешевле. Таиланд на двоих сейчас и вовсе со скидкой более чем в 50%. Выгодно можно съездить во Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и даже в курортную зону Турции. А почему бы и нет, если просто сменить обстановку, посидеть на берегу и подышать морским воздухом. Спадает спрос на направление, на отдых, на путешествия. Меньше людей могут себе позволить уже после праздников лететь. Праздники – это, как правило, 90% россиян, которые отдыхают. После праздников уже многие выходят на работу, и, собственно, поэтому и цены снижаются. А после праздников, когда, так скажем, больше мест появляется в отелях, больше шанс именно попасть в точку, попасть в десятку, чтобы вы классно отдохнули. Кстати, сейчас самое подходящее время подумать о летнем отпуске. Туроператоры уже открыли бронирование на июнь. Минимальная предоплата – 30%. Этого достаточно, чтобы мечты сбывались, независимо от курса валют. Смотрите далее. Готовь сани летом, а путевку зимой. Стоит ли бронировать тур заранее? Ну вот мы плавно добрались и до зарубежного отдыха. Думаю, этой темы наши телезрители ждут особенно. Ну, любим мы за границу ездить. В прошлом году, например, 40% туристов выбрали Турцию. В тройке популярных также Греция и Кипр. Ну, это опять же в прошлом году. А что в 2019-м? Топ-3 совпадает? Турция, Кипр и Греция. Ну, думаю, что совпадет. Совпадет, конечно. Да? Примерно эти же. Аналогов Турции на данный момент в принципе нет. Турция лидировала, лидирует и будет лидировать еще на протяжении достаточно долгого времени. Ну, давайте расширим тогда. Да, если расширить, допустим, да, топ-5 самых популярных, что мы еще добавим? Ну, я думаю, что можно добавить Болгарию. Да.
И, наверное, Тунис. Видите, говоря об этом, я еще все-таки ориентируюсь как раз на то, какие вылеты этим летом будут у нас из Тюмени. А из Тюмени будет гарантированно летать Турция. Очень надеемся, это 90%, что будет летать Кипр, Болгария и Тунис. Тунис – это отчасти альтернатива Египту, который, к сожалению, до сих пор у нас еще не летает в полной мере. Сейчас есть рейсы в Египет через Овду, это Израиль, но это не до такой степени удобно нашим туристам. Да. Поэтому если Египет войдет, если Египет все-таки войдет, я думаю, да, что он выйдет где-то на вторые позиции. Это был условный знак, что звонок в студии у нас. Видимо, режиссеры сообщили, что у нас звонок в студии. Хотим познакомиться с нашим зрителем. Добрый день. Да, здравствуйте. Вот я как раз насчет Турции хотела уточнить. У нас ситуация неприятная. Мы, значит, приехали, хотели бронировать отель. То есть каждый год ездим в одно и то же место, в любимое. И пришли к турагенту, немножко обалдели от цены, потому что цена в два раза выше. Хотя тот же самый отель, те же самые сроки. То есть условия, получается, те же самые, но почему так дорого? Можете объяснить, в чем причина удорожания и куда теперь нам идти? Ну, то есть понятно, что мы не стали бронировать этот тур. Ничего себе. Ну, так уже в два честно раза. Говоря, насчет того, что цены выросли в два раза, я не уверена. И насколько я владею ситуацией, все-таки ценник, конечно, подрос. Но не до такой степени. Но... Я думаю, просто официанты, которые обслуживали нашу телезрительницу, сказали, она едет к нам, двойные чаевые. Двойные чаевые. То есть такой информации у вас нет, почему настолько дорого? Нет, конечно, чтобы в два раза выросли цены, нет. Но здесь видите, какой момент может быть? Возможно, тогда... Да, когда в прошлом году наша телезрительница бронировала этот отель, возможно, на этот отель были какие-то дополнительные скидки. Это были, возможно, горящие предложения. Возможно, они ехали немножко не в те даты. Понятно. То есть там, спецусловия. Да, естественно, там различные нюансы могут быть. Такое бывает, если ремонт какой-то сделали, инновацию в отеле, и цены сразу Ну, вы знаете, как правило, после инновации цены возрастают, но незначительно. Но давайте не будем забывать о том, что в этом году что у нас произошло. Если мы берем курс доллара на январь прошлого года и евро, и курс доллара и евро на сегодняшний день, разница где-то в 10 рублей. Это раз. Во-вторых, как бы там ни было, это все-таки имеет место быть та же инфляция, потому что из года в год цены растут как в рублях у нас, так в долларах или евро за границей. Вот, то есть вот различные такие моменты, естественно, они оказывают определенное влияние на рост. А как вы считаете, влияет ли на то, что россияне любят ездить в такие страны, скажем, Турция, Кипр, что туда не нужна виза? Ну, во-первых, на Кипр нужна провиза, но, естественно, это облегченно. Да, естественно, это влияет. Все-таки россияне предпочитают страны, где можно отдохнуть. Вы знаете, все-таки, я бы не сказала так, что они предпочитают те страны, в которые не нужна виза, не нужны визы. Скорее всего, все-таки здесь больше оказывает влияние то на выбор, да, то, что ценовая политика и набор услуг за эту цену, и естественно, удобство вылета. Хотя отсутствие визы – это, естественно, положительный момент. Но все-таки на сегодняшний день наша семья из 4 человек, мамы, папы и двоих детей, в итоге, если на море, то все-таки Турция. Конечно, Турция, тем более с детьми. Тем более с детьми. Ну, конечно, мои дети тоже там выросли, о чем я говорю. Наталья Викторовна, жду не дождусь, когда вы заговорите о раннем бронировании. Да, мы хотели обсудить. То, что раннее бронирование открыто, мы все знаем, тем более даже сейчас услышали от той телезрительницы, которая сделала звонок. Раннее бронирование открыто, фактически, вот на данный момент Турция, Кипр, это Болгария. Это на какой месяц уже можно? То есть на июнь? На все лето. На все лето можно. Да, на весь период, то есть начиная с апреля по, по-моему, апрель, когда заканчивает летать Турция. То есть на весь этот период уже можно бронировать туры. А насколько ниже реально получается цена? Ну, реально цена ниже где-то на 30-40%. Но здесь, смотрите, тоже какой момент необходимо учитывать. То, что если, например, по раннему бронированию вы вносите сейчас определенную предоплату от 30 до 50%, доплата должна производиться за 2-4 недели.
До вылета, да. Угу. Это в зависимости это от условий. Это как будто бы рассрочка. Да, как бы рассрочка, но тоже здесь не нужно забывать о том, что фиксируется цена в долларах только оплаченной суммы. Угу. То есть, если, например, сегодня вы заплатили условно 100 тысяч, угу. и курс у нас на сегодняшний день там 66, ой, простите, ну, неважно, не помню сейчас точно. То есть мы конвертируем по этой сумме и списываем со стоимости тура в валютном эквиваленте именно эту сумму. Остальное вы будете uh-huh. доплачивать uh-huh. уже по той стоимости. Угу. Ну что ж, чтобы встретить отпуск во всеоружии, не помешало бы узнать о нововведениях нового туристического сезона и о подводных камнях зарубежных поездок. Кстати, наши корреспонденты спросили у горожан, в какие страны они не поедут ни за что. Давайте посмотрим. В какую-нибудь африканскую, потому что там бедность, возможно... Мне кажется, воровство очень развито, болезни. Ну и, собственно, ну, как цивилизация третьей страны мира. В какую страну? Ну, наверное, в Америку в связи с нынешней ситуацией. Санкции против нас. То есть вот с этими ситуациями, наверное, бы не поехала. Вы обиделись, да, за нас? Ну, не очень, но как-то обидно за державу становится. В Америку бы не поехал. Не нравится. Чем не нравится? Да не знаю, ну не нравится и все. Какие-то люди там... Не очень добрые. Вы там были? Да. Какие-то южные страны из-за природы. А что там не так с природой? Я боюсь насекомых. Да в любую, кроме России. Смотрите далее. Учесть все. Какие нововведения ждут туристов в этом году? Ну что скажете, у наших телезрителей, по-моему, железные аргументы. Поддерживаете вы выбор, что не стоит ехать в Америку или в Африку? Ну, вы знаете, это личное дело каждого. Если же говорить о безопасности или опасности, вот так вот четко разделить, что да, вот в этих странах угу. опасно, а в этих странах нет. Я именно имею угу. в виду тех, которые пользуются да, популярностью да, на туристическом рынке. Ну, я, наверное, не взялась бы. Потому что в одних странах есть такие-то нюансы, да. в других такие-то, в третьих. Ну, кстати, куда бы я точно не рекомендовала ехать на сегодняшний день, это все-таки в Сирию, наверное, и в Сомали. Понятно. Но, тем не менее, рейтинги составляются. Я вот читала с точки зрения самые безопасные страны. Думаете, какие это? Самые безопасные? Финляндия, Арабские Эмираты, Сингапур и Австрия. Но это с точки зрения, вот, кстати, политической, терроризма, воровства, вот так далее. Я еще добавлю Словению. Кстати, как ни странно, Словения считается спокойная страна, да? Одной из самых безопасных стран. Хорошо, а с точки зрения природных катаклизмов, куда не рекомендуете? Или хоть где может что случиться, да? Вы же понимаете, что это может произойти хоть где. Вот, например, в Германии буквально недавно произошел сход снежной лавины, засыпало людей. В каком, году случился в Таиланде тайфун. Да, то есть все, что угодно и где угодно может произойти, природа матушка. Вспомните, что было в прошлом году у нас в Тюмени, какие были ветра. Ну хорошо, но тем не менее... Сейчас волков боятся в лес не ходить. Это точно. Новый год – это всегда какие-то нововведения. Вечно с 1 января что-то вводится. Вот я уже читала, что в Турции налог на туристов вводится. Ну, он большой-небольшой. Ну, там не налог на туристов, а налог на авиационную безопасность. А, ну то есть в любом случае это туристы будут платить? Нет, почему? Нет? Не только это его будут платить все, кто будет вылетать из аэропортов. Еще какие-то? Это может быть нововведение. Кстати, добавлю, аэропорт Анталии не вошел в этот перечень, и российские туристы, отправляющиеся из Анталии, платить налог не будут. К тому же он не такой большой, там один доллар. То есть по-моему. Больше об этом говорят. Но пока он еще не введен. Все понятно. Может быть, еще какие-то есть нововведения? Кто-то визы для нас отменил или ввел наоборот? Ну, вы знаете, в этом плане все спокойно, но ввели визы гренадины. Ну, насколько я знаю, туда наши туристы не особо летают. А так рассматривается упрощение визового режима, наверное, слышали, с Японией. Да, но Япония тоже не настолько популярная страна, тем не менее. Но в мире достаточно много стран и популярных у туристов, куда, в принципе, виза отсутствует. А вот еще очень важный вопрос, например, для меня точно. Мы стараемся ездить в ту страну, чтобы оформлять длинные визы. И, как правило, бывает какая-то дружественная страна. Например, последний раз это была Греция, и нам там оформили длинные визы на 3 года. В этом году какая страна к нам дружественная и...
есть шанс оформить длинную визу такую. Но здесь, наверное, все-таки нельзя говорить, что там страна дружественная там, или недружественная. То есть у каждой страны существует определенная политика в открытии виз. На сегодняшний день вот такие длинные визы дают, как правило, Франция, дает Финляндия, дает Италия. Но, опять же, я всегда говорю нашим туристам, и сотрудники наши говорят туристам, что право давать длинную визу – это право дипмиссии, а вовсе не обязанность. То есть, если существует практика, например, по Франции, что они дают длинные визы, кому-то они ее могут дать на 3 года, кому-то на 5, опять же, исходя из визовой истории, а кому-то только на сроки поездки. Предлагаю подвести итоги голосования, которое мы проводили в нашей группе ВКонтакте. Итак, мы спросили, где вы предпочитаете отдыхать, и вот что вы ответили. Так, посмотрим. Итак, на российских курортах 15% наших телезрителей, за рубежом 21%, ну и дома на даче более половины. 54%. Все-таки лидирует у нас отдых за границей, да? Что скажете на эту статистику? Ну, статистика для меня, в принципе, не неожиданная, потому что, естественно, люди предпочитают отдыхать за границей. И несмотря на то, да, если отдыхать, потому что это все-таки и уровень цен, к сожалению, нашему российскому стыду, за границей все-таки ниже, чем у нас. И, а качество отдыха значительно выше. И еще, вы знаете, вот, к сожалению, это тоже вот боль, по-моему, всего туристического бизнеса. И, на мой взгляд, это даже где-то нарушение наших конституционных прав. Когда сегодня у нас пытаются ввести налог на выезд туристов за границу. Ну, это, наверное, не случится. Я тоже очень хочу в это верить. Будем надеяться, что этого не случится. Наталья Викторовна, вам большое спасибо за ценные советы. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Но где бы вы, уважаемые телезрители, не планировали провести свой отпуск, у меня есть свои проверенные долгими годами путешествий советы. Во-первых, постарайтесь купить тур заранее. Это будет дешевле. Во-вторых, заведите уже своего турагента, которому вы доверяете, который знает состав вашей семьи, предпочтения, ну и вообще благонадежный. И в-третьих, очень важно, с каким настроем вы поедете в отпуск. Если настроитесь классно, весело отдохнуть с семьей, то все пройдет отлично. Ну и советами наших сегодняшних экспертов все же воспользуйтесь. Мы уходим на рекламу, но вы не переключайтесь. Вот что нас ждет в второй части. Смотрите далее. Все, что нажито непосильным трудом. Как не стать жертвой квартирных воров.